Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. CSGORAN, уля-ля, что за сайт? С Яриком как познакомились? Я видел его в ТикТоке, думал, блядь, что за долбоеб. Никогда не выкупал каких-то его приколов, что-то мне как-то странно это все было. А потом в жизни, типа, он к нам приехал на стрим. И что-то сразу же расположил к себе. И я понял, что, типа, у него юмор пиздатый, который очень похож. Ну, типа, мы с ним похожи. И мы как-то, блядь, не знаю, очень сблизились. Последний день.